Аналог «Золотого кольца России» появится в Сибири. 12 регионов Сибирского федерального округа презентовали свои достопримечательности Русскому географическому обществу. Оно составит маршруты «Золотого кольца Сибири». Получится поездка не по городам, а по регионам. Хакасия тоже в списке. Она предлагает туристам Аглахты, Салбыкский курган, музей под открытым небом, заповедник Иткуль, Саяно-Шушенскую ГЭС. Словом, все, что есть интересного в нашем регионе. В конце сентября Русское географическое общество определится с объектами и составит маршруты «Золотого кольца». Разные. Например, за два дня можно посетить достопримечательности в трех регионах – Хакасии, Туве и Красноярском крае. А за 24 дня уже удастся объехать все сибирские регионы. Отправлять туристов будут местные туроператоры.